корабля на бал. Какие впечатления о первом матче? Впечатления классные, команда хорошая. Хорошо встретили ребята, тренерский штаб. Все отлично, конечно, проиграли. Но будем готовиться. Когда вы узнали, что переходите в Торпедо? Ну, произошло, ну, как сказать вам? Это... Как есть. Сегодня, вчера, позвонилось. Мне позвонили, сказали, что все, договорились, что меня отдают. Вот, и я здесь, готов играть. Что успели вот до первой игры? Сегодня приехали? Так-то? Не, вчера поздно вечером. Сегодня успели потренироваться? Хотя да, на раскатку вышел, да, почувствовал команду. Ребята все объяснили, подсказывали. Сегодня игра, конечно, складывалась тяжело, но спасибо ребятам. Вообще, как начинали сезон? Я так понимаю, «Звезда Чехов», да? Или... Ну нет, сезон начинал с первой ЦСКА, проходил предсезонку, турниры все. И перед выездной серией Магнитогорска меня спустили в Чехов. Ну вот с ними играл предсезонный турнир в Рязань. Выиграли там и спустя какое-то время оказался здесь. Понятно. Стиль игры «Торпедо» и ЦСКА похож или все-таки есть какие-то существенные? Ну, здесь свои нюансы, но так в целом он примерно идентично похожий. Вот немножко по вашей первой игре, что как, что удалось, что не удалось, как вообще вот ваш комментарий? Ну, тяжело, конечно, первую игру, нужно как-то влиться немножко. Я думаю, с каждой игрой будет все лучше и лучше. Я говорю, ну, опять повторюсь, ребята помогали мне, спасибо им большое. Вот сегодня игра, ну, все-таки так со стороны неровная получилась, так легко завладели инициативой, легко отдали. Вот как думаете, чего, с чем связано? Чего не хватило? Ну, тяжело сказать, все бились, ребята. Немножко, может, удача отвернулась от нас в этот раз. Но я думаю, будем больше работать, чтобы в следующей игре побеждать, радовать болельщиков. Ну и банальный вопрос, первое впечатление, как что, как приняли в команду, какие-то вот эмоции, может быть, первые? Ну, все классно, повторюсь, меня тренера встретили, ребята, вот Максим Осипов помогает мне тут. Ну, так, я знаком тут с Артемом Аляевым, ну, так все хорошо, конечно. Тренеры на чем-то застряли внимание, вот какая функция в команде, чего ждут, или такого разговора еще даже просто не успели? Ну, я думаю, пока не успели, мне объяснили в целом, ну, всю тактику, как мы играем. Ну, я говорю, примерно, ну, похожая игра, опять повторюсь, свои нюансы есть везде, но примерно я готов к этой игре.